49 лет назад в самом центре Звенигорода на улице Комарова начал свою работу старейший банк. Отделение пользуется популярностью у жителей города и теперь. Например, звенигородец Алексей Афонин – постоянный клиент банка. Считает, теперь сюда можно приходить как можно чаще и не только для решения финансовых вопросов. Все жители, в принципе, долго ждали открытия этого офиса, потому что он находится в самом центре города. Здесь сосредоточена вся жизнь, в принципе, города, все магазины, все здесь. Алексей Афонин стал одним из первых посетителей обновленного офиса. Ремонт провели в сжатые сроки, всего за 3 месяца. Теперь здесь появилось 5 современных банкоматов, новая цветовая гамма и безбарьерная среда. В офисе нет касс, клиенты смогут получить услуги в более комфортных условиях. В этом офисе предполагается, что будет проходимость порядка 6000 клиентов и порядка 9000 операций в месяц мы будем проводить в этом офисе. Наряду с финансовыми услугами также можно протестировать и приобрести умные устройства. Кроме того, в отделении можно отправлять и получать посылки. В планах у компании в течение нескольких лет провести ребрендинг и в остальных отделениях округа. Карина Еряшева, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».